Завтра погода определит активный атмосферный фронт от циклона с центром над Украиной. Двигаясь с юга на север, он принесет ненастную погоду, затянет небо плотными облаками. Ожидается оттепель и слякоть. Во вторник облачно с прояснениями, ночью и утром по юго-восточной половине, днем на большей части страны мокрый снег и дождь. Влажность до 90%, слабый туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем северо-восточный умеренный. К утру температура воздуха составит от 0 по северо-западу до плюс 2 по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее. В середине дня от плюс 2 по северной половине до 9 тепла по юго-востоку. К вечеру температура немного понизится от 0 в центральных регионах до 5 тепла в юго-восточных. В среду Беларусь останется в зоне действия малоподвижного атмосферного фронта, связанного с циклоном над югом Украины. Облачно на большей части территории страны мокрый снег и дождь. Ночью и утром слабый туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный, умеренный, в дневные часы порывистый. Температура воздуха ночью минус 3, плюс 3, днем плюс 1,7. С четверга начнет поступать прохладный, неустойчивый воздух Северной Европы, и температура будет постепенно понижаться. Уже в пятницу ночью минус 1,8, днем минус 3, плюс 3. Пройдет снег, ветер северный. И у меня на этом все. Еще больше о погоде не только в нашем телеграм-канале «Рябов ответит». Подписывайтесь.